Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» предлагает самарцам принять участие в акции «Лето в Самаре». Для этого нужно прислать в чат фотографии нашего города. На них могут быть цветущие парки и скверы, волжские закаты, летние фестивали и многое-многое другое. Самые красивые снимки с подписью автора будут опубликованы в телеграм-канале администрации. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в телеграм-канале рассказывает, как получить компенсационную выплату на приобретение и установку автономных пожарных извещателей. Это одна из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий граждан. За выплатой могут обратиться многодетные семьи с тремя и более детьми младше 18 лет, граждане, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер выплаты – 3000 рублей. Уточнить информацию можно по телефону, указанному на экране. Телеграм-канал администрации Куйбышевского района сообщает, что в микрорайоне Волгарь продолжается строительство поликлиники. Там возводится первая в микрорайоне поликлиника на пересечении улиц Осетинской и Виталия Толобаева. Общая площадь объекта составит 13 тысяч квадратных метров. Медицинское учреждение, рассчитанное на 700 посещений в смену, будет состоять из нескольких основных групп помещений – общих, лечебно-профилактических, административно-хозяйственных и служебных. В состав поликлиники войдут помещения инфекционного приема с отдельной зонами входа. Оказание врачебной помощи жителям планируется по таким направлениям, как терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, офтальмология, неврология и гинекология. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены безбарьерные зоны и лифт. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних сетей электроснабжения, электроосвещения, сетей вентиляции, укладка настенной и напольной плитки. Техническая готовность составляет 70%.